Здравствуйте, вы на канале HarshZ.info, и сегодня я вам покажу, как включить, либо же выключить режим управления одной рукой. Для начала мы должны зайти в настройки, после самый низ листаем, жесты и режим управления одной рукой. Можно выключить? Можно включить. Чтобы его активировать, нужно с этой нижней полоски свайпнуть вниз. Чтобы его выключить, просто вот так вот. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал.